и чтобы у меня все сошлось. Итак, друзья, межгалактическая телерадиокомпания под названием «Песня 21» выходит в интернет-пространство. Михаил Новицкий, вроде как у вас на экране, и за эфиром, но в эфире. Какое-то притормаживание, Елена, да, Пинчук, да, притормаживание есть какое-то. Ну и что? Теперь очень хочется понять, видите ли вы нас, слышите ли вы нас. И пока никто нас ничего не видит и не слышит. Так, я машу и спрашиваю. Как звук? Картинка как идет? Все пишите нам, чтобы мы знали. Если совсем будет плохо, мы переключимся на вторую систему. Потому что каждый раз у нас новая система, новая программа, проходят испытания. Сегодня день свободной печати, поэтому мы проводим опыты свободного интернета. А между тем у нас что-то в чате никого нету. Пишите, друзья, пишите. Тут идет, возможно, задержка у нас. Поэтому так. Расскажи пока что-нибудь. Как вам живется в самоизоляции, Михаил? Я не за самоизолировался. Вы соблюдаете законы? Я не Какие законы? Масочные законы. Масочные законы. Дело в том, что на самом деле законы пишут какие-то люди. Вот есть законы природы, которые мы точно нарушаем. Точно так. Наталья Ивонина вот пишет: Лена, Миша, добрый вечер. Он очень приятно вас видеть и слышать. Наталья, напишите, пожалуйста, хорошо ли слышно нас? Или нужно прибавить громкости, или убавить? Потому что у нас новая программа. Да, как у вас? И мы хотим знать. В Гемюндене. Это нас приветствует. Первыми в комментариях вышла Германия. Это очень приятно. Заодно пока идут. Ставьте плюсики, если вам видно и слышно хорошо. Или, знаете как, поставьте оценку от 1 до 5, как видно, слышно. Видимость и слышимость 100%. Опять Наталья. Кроме Натальи, похоже, нас никто не слышит. Спасибо, Наталья. Ну, может, еще люди не подсоединились. А Наталья не притормаживает изображение у вас случайно? Вот у нас как-то... А ну, Михаил, пошевелитесь немножко. Вот. Ну, вы, конечно, прекрасны со всех сторон. Я думаю, может быть, мы начнем что-то говорить, а люди уже подтянутся. А уж не Наталья... Наталья пишет, что хорошо, видимо, слышно. А какая у нее была песня заказана? Наталья у нас заказывала песню «Убивали любовь», по-моему. Да, «Убивали любовь», заказала Наталья. Тогда уж так и начнем. Да, раз у нас первый вот комментарий от Натальи, исполним ее заказ первым. Раз действительно на Наталье первая для нас доступно излучалась, то, пожалуй, прозвучит песня «Убивали любовь». Эта песня на 50 с лишним процентов моя. И у нее есть родоначальник Лёва Тимкин. Лев Тимкин как-то принес мне стихи Юрия Воронова. Говорит, Миш, очень вместе с девушкой своей из Эстонии. Вот они так. Вот еще. Наталья Ивонина пишет, пока все хорошо. Лариса Павлова приветствую, пишет. Наталья Ивонина пишет, ура. Ура, хорошо. Она дождалась твой заказ, да. И она кричит нам ура. Ура, да, хорошо. Наташенька, будете подпевать тогда, да, наверное. И, значит, я покрутил этот текст в руках и понял, что мне не хватает немножко припева. Николай Мелешкин пишет, доброго здоровья, ребятушки. Что мне не хватает припева, я придумал припев, и песня случилась. Значит, исполняется по заказу Наташи Ивониной. Убивали любовь, убивали в четыре руки, или с разных сторон состязались на ровке мечте. И шептала любовь, ну какие же вы дураки, но в ответ они за ударом удар наносили. Только кончился дождь, догорела свеча, догорела свеча.
встреча и закончился дождь. Свеча заменяется. А жизнь, наша жизнь продолжается. Убивали любовь, и однажды любовь умерла. Ей бы их обмануть, притвориться убитой, и только. Но любовь, как любовь, притворяться и лгать не могла. Да и поначалу не жаль ее было нисколько. Только кончился дождь, догорела свеча, и закончился дождь. Свеча заменяется. А жизнь продолжается. Убивали любовь, на поминках его желваки заходили на скулах, и взгляд ее слезы затмили. И тайком друг от друга все так же в четыре руки поливают памяти цветы у нее на могиле. Только кончился дождь, догорела свеча, и закончился дождь. Свеча заменяется. Только кончился дождь, догорела свеча. И закончился, кончился дождь, догорела свеча. Кончился дождь. Вот народ. Спасибо, подобрался друзья. Под эту прекрасную песню. Да. Вообще, это волнительный момент. Это был заказ Наташи Ивоиной из Германии. Земля Гессен и деревня, то есть поселок городского типа Гименвора. Всегда волнительный этот момент, когда начинается передача. Я делаю последние приготовления, где-то настраиваю гитару, там ставим свет. Игорь Фомин пишет привет всем. Вячеслав Балясников, приветик. Бачу. Артем Новицкий. Хлопцы, бачу. Так. Сергей Крымов, Алена Крымова с нами. Молодцы, подсоединяйтесь. Вот. Алена Крымова там класс пишет. Николай Амелешкин, Слава Балясников, привет, друже. Спасибо. Да. Спасибо. Привет всем, друзья. Светлана Васильева с нами. Шура Алексенко. Алексенко. Шура. Добрый вечер, отлично видно и слышит, пишет Виктор Медведев. Мы очень рады, что отлично видно и слышно. У меня прямо как гора с плеч. Николай Амелешкин. Постучи Михаил, по дереву. Спасибо за песню. По Хорошо. Дереву стучу, да. Хорошо. Виктор Медведев, аплодисменты. Наталья Игоннина супер пишет. Спасибо. Итак, всем нравится. Лариса Павлова, Николай Амелешкин. Еще раз спасибо нам пишет. Ну, я так сказать, кто о чем, а я про баню. Ага. Вот. Дело в том, что мы открыли фестиваль «Лампушка», возобновили фестиваль «Лампушка» 2020, интернет-фестиваль, да. И условия у него простые, нужно прислать запись своего выступления, без склейки, без ничего. Просто можно. Записанную на телефон или на камеру. Кто во что как гораздо. Записали, так и прислали. Можете, если у вас есть такая студия, как у нас, студия «Песня 21», то напишите в студии. Если у вас нет такой студии, запишите у себя на диване. На самом деле не так на сложно. На кухне, в погребе, на чердаке, в лесу. Вот, можно даже... На опушке. Можно проплывающий на льдине. Кто-нибудь катался на льдине? Ну, не бы хотели. Нет.
Я пошутил, такого не надо делать. Не надо, не провоцируй людей. Нет, дело в том, что я как приехал из Пуэрто-Рико, я первый поймал льдину на льду, на Неве. Обрадовался, влез на нее и поплыл прям в трусах мимо этого зимнего дворца. Екатерина Савельева пишет. Миша, благодарю. Спасибо. Вот. И да, и значит, мы это самый, что на есть, на наш взгляд, справедливый фестиваль, который может состояться. Дело в том, что в этом фестивале голосуют именно участники сами фестиваля. То есть художники судят художников. Причем художники не те, которые вчера были, 30 лет назад, 20 лет назад, а вот эти ребята со своим вкусом тех лет, а те, которые именно сегодня, сейчас творят. Причем ограничений возрастных и стилистических нету. Вот вы вышли на сцену, и куда-нибудь там вышли, включилась запись, записали и прислали нам. И мы вас друг с другом знакомим. И уже у нас есть друзья, которые присоединились из Канады. Да? Да. Вот. У нас есть и друзья, которые... Откуда, Лен, давай, навскидку. Из Москвы. Московские есть участники. Американские желали там поучаствовать. Друзья. В общем, присылайте, друзья, свои заявки. Питерские наши. Да, питерские, конечно. Питерские, это им просто сам Бог велел. Да. Хотя какая разница? Интернет-фестиваль тем и хорош, что не надо никуда ехать, тратить там деньги на самолет, на поезд. Записал ролик, прислал, и ты уже звезда фестиваля «Лампушка 2020». По объективным характеристикам. Да. Вот, Святослава Маклакова пишет: «Всех с прошедшими и наступающим». Спасибо. Не пора ли нам тогда исполнить песню? Какую? С прошедшими и наступающим. Что же нам спеть? А давай, знаешь, по мере того, как... Вот Святослава Маклакова хотела песню про санкции. Да? Да, Виктор Медведев ее хотел, и Светлана Васильева, и они как раз сейчас они все в эфире, находятся сейчас... в эфире. Ну-ка, поставьте нам, друзья, классики. Сейчас будет ваш заказ исполнен. Песня про санкции. Вообще-то песня исполняется на картах, так, в кипчонке, которая там... Да, Тём, кипчон. Ну, на картах, не никак. Не устроится, на картах должна быть, в зубах должна быть Беломорина. И, ну, можно им шапку. А Святослава Маклакова сделала перепост нашей трансляции. Поэтому мы всем советуем так сделать. Нажрались, стали голосить, стали ядерной дубиной всем и вся грозить. Очень вежливо забрались как-то в дом чужой. Было ваше, стало наше, понесли домой. И тут вдруг санкции, санкции. Смотрят иностранцы и обзывают гопотою, предъявляют санкции, 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 гопники с подстанции. Мы хотели жить красиво, чтобы сразу санкции, санкции. Напились, нажрались, стали хохотать. Может, продадим вам нефть, а можем и не продать. Кран включили, отключили, а выключили газ. Чтобы, значит, вы боялись и уважали нас. И тут вдруг санкции, санкции. Смотрят иностранцы и обзывают гопотою, предъявляют санкции. Санкции, санкции, гопники с подстанции. Мы хотели жить красиво, что ж сразу санкции, санкции, санкции. Напились, нажрались, вышли за гараж и ракетой сбили Боинг. Боинг был не наш. Чё же пассажирский, а чё он здесь летал? Не, ну вы-то докажите, чё, блин,
за скандал. И тут санкции, санкции, смотрят иностранцы, обзывают гопотою и еще засранцами. Санкции, санкции, пацаны с подстанции, мы как раз с колен вставали, че вы сразу? Санкции, 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 санкции. Спасибо. Очень хороший заказ нам заказали Виктор Медведев, Светлана Васильева и Святислава Маклакова, которая не слышала эту песню раньше. Я думаю, что нас... очень хотела послушать. Хорошо. На самом деле у нас плохих заказов не бывает. Те, кто заказывает, те заказы хорошие, потому что мы пишем исключительно хорошие песни. Вот, и исполняем, если исполняем. Вот Светлана Васильева спрашивает, оценки по номинациям будут или как в «Лампушке»? Оценки по количеству баллов. Если, значит, нет, у нас не будет по номинациям разделения. Нет, нет, по номинациям не будет. У нас номинация одна, авторская. То есть вы должны исполнить свое произведение. То есть если, это может быть один человек, может участник быть два. Должен быть или автором музыки, или автором слов, или того и другого, как ему нравится. Вот. Каким-нибудь автором. Каким-нибудь должен автором должен быть обязательно. Музыка, либо слов, либо того и другого сразу. Он может быть в сопровождении хоть симфонического оркестра, хоть один, как угодно. Вот это единственный формат, который определяет формат, да? То есть единственный признак формата. Остальное все не имеет значения. Вот. Чем снято, как снято. Главное, чтобы это было, ну, как сказать... ну, конечно, мы не допускаем грязи всякой, типа Шнуровской. Да. Понятно, да? То есть, как бы, ну, может даже там где-то что-то крепкое слово-то проскочить, но оно может где-то проскочить, но не матом должно быть это все написано. Понимаете? Понимаете, люди, которые общаются матом просто. Вот. Это а Светлана наш. Ефремова, интересно мне, смотрит наш эфир сейчас? Света Ефремова, если ты здесь, отзовись, напиши. Потому что у нас твой заказ еще есть. Инна Ильина нарисовалась. Да, Инна Ильина спрашивает, что вы сразу санкции. Святослава пишет в точку. Спасибо. Лариса Павлова нам аплодисменты шлет. Мы очень дорожим вами, друзья, своей аудиторией, которая именно здесь собралась, потому что не всем нравится то, что мы делаем. Вот. Мы не долларовые бумажки, чтобы всем нравиться. У нас есть какие-то определенные взгляды, определенные вкусы. И мы не собираемся под кого-то сильно подстраиваться и быть скользкими. Знаете, как Губерман писал, в каждой нравственной системе проблема общая для всех. Нельзя и с теми быть, и с теми, не предавая тех и тех. Вот в данном случае нам, да, это нам очень уютно интересно. С вами, да, сидеть. В смысле, в эфире. С вами везде уютно. И в эфире, да, и в концертных залах. Мы вас всех любим и знаем. Вот. И, ну, может быть, мы продолжим тут песни, которую Слава Болясников заказал еще в прошлый раз. И мы ему очень обещали. Это, да? Гоп-стоп. Еще Дмитрий Гельман ее просил, эту песню. Дело в том, что эта песня действительно написана черти когда. Я еще работал тогда, по-моему, в 2000 году на радиостанции «Русский шансон» ведущим. Не прикиньте, я веду «Русский шансон». Там и раньше, конечно, был, он совсем другого был формата. Там было процентов 25 такого городского романса, процентов 25 бардовской песни, процентов 25 рок-н-ролла, такого хорошего рок-н-ролла, и где-то процентов 25 вот этого отстоя, вот этого самого такого шансона, воровского такого, где попса с бездарными текстами. Ну, попсовая это самая музыка с бездарными текстами. Ну, ничего, эти 25% не терпелось. И тут я написал эту песню «Гоп-стоп». А сейчас... Вот у нас Инна Ильина спрашивает, а авторов текстов, на которые еще не написали песни, поэтов нужно приглашать? На «Лампушку». Чего? Ну, то есть поэтов, не музыкантов, поэтов в чистом мире? Да.
В общем-то, да, у нас и есть такие... Да, Инна, можно пригласить. Если у тебя такие поэты есть, которые хотят выступить. Да, и ты сама написала какое-нибудь стихотворение, то можешь выступить, конечно. Это готовится, я знаю точно, что еще не прислали, но готовят. Но они, правда, подкладочки готовят всякое разные. Вот это дело. Так, мы обещали песню про... Гоп-стоп. Сейчас я свои шпаргалочки подготовлю. Так. Ну так, на всякий случай, чисто психологически, чтобы они были. Потому что, честно говоря, давно этот гоп-стоп не исполнял. Да? И слава. Песня, как и все прочее, что делает Михаил, растет и она развивается, поэтому у нас будут тут немножко... Появляются новые обстоятельства. Немножко новые обстоятельства у этих героев. И поэтому песня прозвучит так. Первый раз я вообще в лектории зоопарка исполнял, публика упала. Ну, я надеюсь, что сейчас вы просто будете пить чаек там. Слава Болясников, ну-ка напиши, то здесь хоть. Налил себе чаю уже. Браво, лучше не скажешь, это про Губермана, да? Ну, я думаю, что да. Тут Игорь, немножко понятно. С задержкой идут комментарии у нас, поэтому. Ой, мне прямо аж распирает, почему эту песню спеть. Ну, давай уже, давай. Гоп-стоп! Ну что, попался? Старшина. Гоп-стоп! Ща рассчитаемся сполна, что наложил ты в панталоны, где твои законы не спасут тебя погоны. Братья фараоны, брось-ка эти закидоны. Видишь, здесь кругом зеленый лес. Гоп-стоп! Сэмэн! Чё? Гоп-стоп! Сэмэн Розик, позови! Гоп-стоп! Спокойно, гнида! Не реви, а вспомни позапрошлым летом, вспомни, да? Возле туалета из нас вы сделали котлеты. Был ты с пистолетом, короче, Ваньки больше нету. Ну а я живой, иди сюда. Хоп, стоп, привяжем камень и ко дну. Хоп, стоп, чё-чё, детей ты вспомнил и жену. У Ваньки что же были детки? Он носил конфетки, сынок и девочки, кокетки, чинил мопеды, табуретки. Вчера он нес букет для света, тогда он нес букет для света. И ладно, что болтать, ты не поймешь. Хоп-стоп! Вчера ты митинг разгонял. Гоп-стоп, оператор все заснял. Ты бил училку первых классов из нашей школы 20 разом. Все на одну, эх, передасы. А я тебя запомнил сразу. Хоть был в скафандре ты, зараза. Прыгал по хребтам, по головам. Гоп-стоп, Сэмэн помедленней вводи. Гоп-стоп, святое обычай всем соблюди. Здесь одного не вижу перца, старенького герца. Неужто, братцы, мы без перца? Без сердца. Нельзя, товарищи, без герца. Нельзя, товарищи, без герца. Розенбаум будет огорчен. Спасибо, вот такая, такая новая жизнь у этой песни. Ну, захотелось немножко ее расширить. Вот, я тут вижу Игорь у нас. Фомин. Да, Фомин в первых рядах. И у Игоря была идея, чтобы я спел песню «Отчизна», но она вся сейчас как бы не готова. И у него встречная идея была, типа, деньги прочитать.
Я это сделаю. Деньги. Сейчас, наверное, очень важно. Я это самое. Который? Включила. У нас почему-то тут не идут комментарии с, ну, из Фейсбука. И я сейчас их тут буду смотреть. Все. Идут. Вот Екатерина Савельева похлопала. Да, это из контакта, но не идут из Фейсбука. Я вот смотрю, а я жив смотрит. Михаил Кузьмин, еще 7 каких-то человек еще. Игорь Конек смотрит. У него вчера был день рождения. Мы его поздравляем. Подпевает. Да. Михаил Цыханский, кум, привет. Кум, привет. Гоп-стоп, любимая песня. Ну. У кого? У Цыханского? Да. Естественно, кумы. Светлана Ефремова, Миша, Лена, вы не видите сообщений в Фейсбуке? Да, Светочка, вот сейчас мы видим, я с телефона их смотрю. Так что Светлана Ефремова здесь, и мы можем ее заявку выполнять. Алекс Лисовский, мне тоже так кажется. Михаил Цыханский, кум, а со мной ты крутился быстрее. Чего? Марьяна Абрамовна Ханукова смотрит. В общем, я буду сейчас из Фейсбука почитывать в телефоне. Почему наш оператор Елена Бичук на все руки мастер. Если не работает что-то одно, она найдет ваши... А Слава Егоров здесь, Слава, отзовись. У нас только что, у нас ВКонтакте плохо, это самое. Мы не видим ваших сообщений ВКонтактных. Вот. Нет, ВКонтакте вот мы видим. Фу, человек, говорю. Мы не видим одноклассники, они вообще изначально не идут. А но сейчас... заказ мы оттуда принимаем. А сейчас почему-то Facebook не идет. Ну и в телефоне почему? Я что? Смотрю. Не. Виктор Новицкий добрый вечер. Смотрите, вот тут вот, похлопало, и оно подскочило. И Медведев, это уже свеженькие. Это ВКонтакте. Это все ВКонтактные сообщения. Ладно, не буду путаться. Давай, поехали дальше. Значит, я читаю деньги по заказу Игоря Фомина и Череповецка. Хорошо. Игорь Фомин, твой заказ. Череповец. Стихотворение про деньги. Заработай свои деньги. Ставь на раньше свой будильник. Заработай свои деньги, чтобы наполнить холодильник. Заработай свои деньги, встань по утренней росе. Заработай свои деньги, заработай деньги. Все. Все. Купи на эти деньги. Жизнь одна, хватай все сразу. И наполни свой желудок. И заполни унитазы. Заработай свои деньги, дай лакею. Заплати же, пусть он ниже. Лижет спину, пусть он пятки тоже лижет. Заработай свои деньги. И враги к тебе по-братски приползут на четвереньках, чтоб поиграть с тобою в цацки. Заработай свои деньги, жизнь качнется по-иному, что? Любовь не продается. Ты разрушишь аксиому совесть, честь. И все такое не имели уважения, так как деньги, деньги, деньги со времен земли творения. Все, за что тебе заплатят, делать нужно. Не лениться. Сколько стоит смерть Иисуса? Долларов примерно 30. Заработай свои деньги. По машинам, по работам, заработай свои деньги кровью, подлостью или потом. Заработай свои деньги, впрочем, можно не трудиться. Можно выгодно влюбиться, там прогнуться, здесь подмыться и по головам шагая сделать трюк. Не оступиться. Заработай свои деньги. Вот в школе ты чему учился? Вот топор, а вот старуха, в теме тюк. И наварился. Деньги – власть, почет и сила. Деньги – высшая награда и красивая могила, и злощеная ограда. Заработай свои деньги, нагреби деньжат побольше. Жизнь тогда пройдет недаром, будешь ты лежать хороший.
Спасибо, друзья, спасибо. За бурные аплодисменты. Спасибо. Вот я почитаю тут из Фейсбука, поскольку их не видно тут у нас в чатике. Слава Егоров здесь, смотрит с самого начала. Виктор Новицкий, добрый вечер, Италия. Алекс Лесовский, Германия. Ну, наконец-то про нас вспомнили. Любим вас. Да, они там в Фейсбуке учат. Александра Смирнова смотрит, пишет. Мишка Ленко, привет. Привет, Сашка. Привет, Сашка. С новым рекордом тебя. 36 километров она бухнула, да? 24. 24, ну, я уже ее разрешил по поле. 36, давай. Зина Любинская смотрит, но пишет. Спасибо за эфир, хоть звук и проваливается время от времени. Друзья из Фейсбука, напишите, как вам там видно, слышно. Ну, опять же, ВКонтакте пишут, что хорошо видно. Резервная копия нашей программы сейчас... делается, да, у нас же включена камера, как я понимаю. Просто Игорь Фомин пишет, браво, маэстро, Святислава Маклакова, классы, Наталья Ивонина, классы, Галина Польских, Леночка, Миша, добрый вечер. Добрый вечер. Привет, Галя. Вот. Так вот, резервная копия будет выставлена, кроме вот этой программы, которая вот сейчас пишется, в том качестве, которое она идет в эфир, да, она окажется. Можно будет ее посмотреть, прям с комментами, да? Ну и без комментов, просто в чистом виде запись будет выложена с камерой. Как дубль, да? Да, да, вот конечно. Но на YouTube мы потом выкладываем. Так что, если кто-то опоздал, как Ефремов в прошлый раз. Вы посмотрите в записи. Как Ефремов в прошлый раз, да? Ефремов в прошлый раз? Да, но... да. В прошлый раз у нас Светлана Ефремова опоздала, но она смотрит. Смотрит. Да, и мы ее заявку выложим. Выполним такие... Вот. Деньги мы прочитали. Так, Александра Смирнова пишет, рекорд у меня 40 с лишним. Ну ладно. Слава Егоров пишет, звук хороший у нас в Facebook. Мы очень рады. Так, Михаил Кузьмин, у меня интернет тормозит, звук пропадает. Ну это видно тонкости, у кого какой интернет тоже зависит, понимаешь такое. Так что, если что, в записи посмотрите. Хорошо. Зина Любинская, Лозанна смотрит вас. Скучаем по Петербургу. Ну, давай приступим к выполнению следующей заявки. Может быть, давай или Славу Егорова сейчас заявку с кокардой в голове. Ну, давай. Или на середине жизни Светы Ефремовой. Вот чего вам хочется больше, лирического или... Я думаю, что... бомбического. Я думаю, что, наверное, надо все-таки... девушке. Да, да, да. Хотя Егоров это целый представитель целой... династии. Компании, да. Все равно, только что было социальное... Вот, а мы давайте сейчас немножко лирикой разбавим и исполним заявку Светланы Ефремовой на середине жизни. Звонок сродни святыни, когда запреты аморальны, невероятно и реально течет река среди пустыни. Любовь на середине жизни. Наполеоны пишут мелом на песке, в такой тоске, в такой неистовой тоске. На полчаса, порою денной, когда вокруг все гнезда свиты, она придет
починит свитер, она помирит со вселенной. И наперед уже известно, что сирень. Одна сирень на подоконник бросит тень. Она обидных слов не бросит, она заранее прощает и ничего не обещает. Тихонько в дар себя приносит любовь на середине жизни, на середине жизни, на середине жизни. Присоединился к нам. Светлана Ефремова пишет: «Соловей, ты наш волшебник». Да, я такой. Андрей волшебник. Гусь. Гусь прилетел. Гусь прилетел, ура! Да. Ура! Андрей Гусь заказывал у нас песню «Цыганочка». Да. Да, Светлана Ефремова пишет: «Леночка, Миша, как красиво на два голоса, спасибо». Алексей Марков пишет: «Есть ли прямая ссылка на канал Restream.io?» Алексей, я, честно говоря, ее не знаю. Александра Смирнова пишет: «Марта передает мяу». Мяу. Да, это ее котейка. Да, передает нам мяу. А наша Маргарита в коробочку. Да, в коробочку залезла сидит. Да. Лежит в коробке там. Вот. Игнор. Алексей, я, честно говоря, ее не знаю. Я сейчас пытаюсь еще. Да, пока Лена пытается забраться в Фейсбук. Класс, Лева Ворон, привет с Юго-Запада СПБ. Угу. А, ну вот здесь все. Контактные эти сообщения все отображаются. Я вот вижу, да. Друзья, я на будущий раз разберусь, может быть, как-то мне удастся это поправить. В одну линейку. Да, слава богу, что у нас видно и слышно. Так что ваши комментарии с Фейсбука я буду читать. Слава Егоров пишет: «Супер, спасибо».
Так, ну, давай тогда приступим к выполнению следующей заявки. Раз мы, у нас сейчас было, Егоров был и Светлана да, была. Да, и, друзья, вы делаете перепосты в нашей трансляции, нам это тоже очень помогает. А скакарные в голове у нас, кроме Славы Егорова, еще Александра Смирнова заказывала еще да, в прошлый раз. Да, это ее любимые песни, ага. Да, и они как раз оба здесь, мы можем эту песню исполнить. Совсем интересно, не... рязанцевы здесь нас не смотрят случайно? Отзовитесь, рязанцевы, если смотрите, и давайте подпевайте дружно. Вдоль улицы забор, аптека и ларек, колючие кусты, в них спрятался царек. Кругом хулиганье, бандиты в ларьках, срывает ветер плащ с костлявых плеч царька. Рука на кобуре, и пальцев не разжать. И надо хоть кого, ну хоть черта задержать. Один среди зимы стоит он на посту с игаркою в зубах, а страх весь в поту, с кокардой в голове, с кокардой в голове. С кокардой в голове. С одной большой кокардой в голове, голове. Вот они втроем по улицам гребут, студента загребут, старушку за ребут. Если ты домой идешь немного пьян, возьмут они тебя, очистят твой карман. Милиция всегда, всегда по-своему права, поскольку у нее законные права. Их нужно, нужно уважать, спокойно, не грубя. По-своему права, поскольку у нее законные права. Законные права даны тебе и мне. Законные права какие? Стоять лицом к стене. Законные права дубинкой по лицу, дубинкой по спине. Все можно под лицу. Открыл букварь лет 45 назад. В песочнице у нас так много было дел.
взрослым быть хотел, я тоже взрослым быть хотел. И с девочкой дружил, и слышал да и нет, и в армию пошел, и видел этот бред. Я думал много раз, по-доброму и со злом. Ну как случилось так, что стал ты, брат, козлом? С кокардой в голове, эй! Ай-яй-яй-яй-яй! С кокардой в голове, ай-яй-яй-яй-яй! С кокардой в голове, ай-яй-яй-яй-яй! С одной большой кокардой в голове. Встречаются менты, не нарушают прав. Я знаю одного, но песенку свою пою не про него, про кого? А про козлов пою с кокардой в голове. Козлы. Ай-яй-яй-яй-яй. С кокардой в голове. Ослы. Ай-яй-яй-яй-яй. С кокардой в голове. Бараны. Момент. По просьбе. Спасибо. Слава Егорова. Это было Слава Егорова, Александра Смирнова заказывали. Но у нас тоже Лёва Ворон хотел эту песню. Вот он сейчас прямо написал. Ждем кокарду, если вдруг ее не было. Как раз он успел. Да, Лёва Ворон. Марат попал. Каримов пишет. Ура, успел. Добрый день. Салама. Салама. Виктор Медведев класс шлет. Светлана Васильева пишет, хоть вируса задержать. Да. Инна нам подпевает. Молодец. Виктор Медведев класс, Марат Каримов класс, Екатерина Савельева аплодисменты. Светлана Васильева пишет, когда напишешь про тех, кто из Невы народ вытаскивает. Из Невы народ вытаскивает? Ну, Лёва Ворон пишет, ну уж теперь и не ходи гулять. Уточните, пожалуйста, кто там из Невы народ вытаскивает. Да, мы что-то это... А нет, так нет, если с кокардой в голове, там же есть строчка. Я знаю одного, но ну, песенку свою пою не про него. Не про него. А она хочет, наверное, чтобы ты про него. Так и вот про него строчка и есть. Но таков процент их, понимаете, вот на мой субъективный взгляд, да, вот, в процентном отношении, вот, сколько вот их есть нормальных, столько нормальных строчек. Марьяна Абрамовна пишет, Синильга тоже мяу передает. Алексей Марков, в Крылатском в аптеках масок нет, только в табачном ларьке по 50. Алексей Марков. Хорошо, будем знать. Кьянти вкусная, торжественно клянусь перед лицом моих товарищей. Их лозунг доминировать каждую минуту, невзирая на закон, невзирая ни на что. А это ты... все Алексей Марков нам пишет. Угу. Михаил Цыханский пишет, гарно граешь, гарно спеваешь. Дякую, дякую. Слава Егоров дружи. Пишет, большое спасибо, исполнение и песня на 100 баллов. Спасибо, Слава. Спасибо, мы сейчас будем новые это писать. Я пишу в это время новые песни, только никак не могу их выучить, да, честно говоря. Да, Михаил еще не успел, он их написал, но еще не выучил. Возможно, к следующему разу он что-то для вас подготовится. Да, смотри, а Ворон несет, он же типа требует это сам, не ходи гулять. Да, он захотел не ходи гулять, и снег он еще хотел. Хорошо. Будем иметь в виду. Значит, ну, может быть, в следующий если раз. Если сейчас не исполним Лёва, то на следующий раз нет. Я все записываю. Слушай, ну, нет, есть то и другое, как бы репертуар. Главное, чтобы духу хватило сейчас. Не перебрать. Ну, у нас полтора часа больше не будет. Следующая передача у нас будет 10 числа. Да, 10 числа. А вы делаете перепостики анонсов. Помогайте нашему каналу не только денежками, но и перепостиками. А я сейчас на этой волне, пожалуй, прочту стихотворение, которое никто не заказывал, потому что мы будем 10, а 9 у нас будут, так сказать, праздновать подписание
договор о капитуляции, который состоялся в ночь с 8 на 9, насколько понимаю. Марат Каримов пишет: ты не пришла, и твоя очередь прошла. Марат, мы этой песней прошлый концерт заканчивали. И, кстати, объявили, что это по твоей заявке было. Так что, но ты не пришел. Да, и теперь смотри это в записи. И другой зашел. Вот, да. И сегодня мы для тебя специально Шумел-Камыш по просьбе Ильиной. Шумел-Камыш по просьбе Татьяны Шашковой. А ее нету, да? И мне кажется, что она классы где-то ставила. Танечка Шашкова, напиши, ты здесь? Ты здесь или где? Мне так показалось, что я видела от нее какие-то летели. Пока я не потерял этот самый, еще раз приглашаем всех на фестиваль «Лампушка 2020». Присылайте свои работы, и вас будут судить, то есть оценивать ваши же коллеги по самой справедливой шкале, которую мы придумали, и самым современным способом. Итак, я читаю стихотворение, посвященное, так сказать, подписанию. Нет, даже не подписанию, а тому, как празднуется это подписание. Ленточки, 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 ленточки. Дяденьке, тетеньке, мальчику, девочке Наде, в косичку и Любе, и Верочке вяжем нарядные, милые ленточки. К антенне машины, и к зеркалу можно, можно! К ларьку, там, где пиво с мороженым, к решетке забора и к шишке на веточке. Будто бы галстучки, к праздничку, ленточки. Они подойдут полисмену, девице вон той, на углу. А еще продавщицы, кошки и мышки, собачки и деточки. По две не жалко? Бери по три ленточки. Считаете, все это будет носиться? Я так полагаю, что надо гордиться. Чем? Как вам сказать? Тут упомнишь едва ли, ну, деды, победы там, ну, воевали. Мы гордостью гордую будем гордиться. Обвяжем, что можем, и руки, и лица. Как патриотично. Как это галантно. Лежи сколько хочешь, и главное, бесплатно. К пол-литре возьми, к шоколадной медали. В придачу лишь выдали, а не продали. Туристу в походе всегда пригодится. Бомжа, что уютится в подвале столицы, согреешь угли, вот эти полоски. На ватнике ярко, красиво, неброско. Монаху, буддисту, попу, коммунисту и волку ночному, нашисту, фашисту, на причиндалы прекрасные ленточки, без шнурочков и вместо салфеточки. На сумку, на пояс, на грудь, к ягодице. И главное, помни, гордиться. Гордиться. Дикую базу. Да. Татьяна Шашкова здесь. Она здесь. Здесь. Да, Лена, Миша, привет, пишет. Спасибо, Танечка, что написала. Вы пишите, все пишите комментарии какие-то. Хоть привет просто напишите, а мы будем видеть, что вы нас смотрите, что вы в эфире. Угу. Александра Смирнова переспрашивает. Шумелка мышь? Шумелка-мышь. Шумелка-мышь. Да, мышь-шумелка. Это да, в этом году шумелка сильно нашумела. Наверное, мышь, да, вот, нашумела сильно. Да. Ну, раз я, честно говоря, об этом думал в начале передачи, перед передачей, ну, наверное, надо вспомнить такое, в общем-то, сегодня у нас один из наших музыкантов, исполнителей, да, участник клуба авторской песни клуба «Восток», ну, многих других клубов, да? Музыкальная среда. Музыкальная среда, да. Вот, ушел, ровесничек-то ушел, ровесничек ушел. Это, так сказать, да, мышка, шумелка мышь, многих прибирает эта мышь. И его звали Лёва, фамилия Эфит. Он не писал, по-моему, своих песен, но он как бы хороший исполнитель. Творческая личность такая. Хороший исполнитель хороших песен. Хороших песен, так. Да. И мы будем, конечно,
бороться с вирусом, веселиться, но в данный момент хотелось бы всем близким, родным, ну и друзьям выразить соболезнования по поводу ухода, а ему пожелать доброго пути туда, где мы все будем, потом догоним. Вот. На чем остановились? Ну, я думаю, что Игорь с Калей пишет, смотрим, хорошие вы и прикольные. Ага. Это в Фейсбуке у нас, да. Лёва Ворон пишет, спасибо за кокарду и стих. Николай Мелешкин пишет, спасибо за стих про ленточку. Татьяна Маркова пишет, привет с Петроградки, Михаил, спасибо. Знаешь что, Лен, я сейчас сделаю не это самое. Все-таки есть такое чувство, что надо спеть вот эту песню. Песня из альбома «Полетела звезда». Мы посвятим, все-таки проводим Леву этой песней. Полетела звезда точно мелом по небу, значит, кто-то из нас должен скоро уйти. Он уходит туда, где ни разу он не был. Что ж тогда в добрый путь, да не сбейся с пути. Полетела звезда, полетела. Нет ей дела до всех, нет предела. То ли я, то ли ты, о звезде до звезды. Полетела звезда, полетела. Уходя в дальний путь, где бы ты ни скитался, помни тесный наш круг, помни шаг и очаг. Остальное забудь, все, чего добивался, твой доделый друг. Быть может, и мрак. Полетела звезда, полетела. Нет ей дела до всех, нет предела. От звезды до звезды, от звезды до звезды. Полетела звезда, полетела. Час мы как будто играем, у кого сколько есть, сразу на чистовик. Только здесь и сейчас, то смеясь, то рыдая, точно новую вещь проживем каждый миг. Полетела звезда, полетела. Есть дело, и задача проста. От креста до креста полетела звезда, полетела, полетела звезда. Мои соболезнования. Екатерина Савельева, вечная память Левочке. Екатерина Савельева, цветочки. Виктор Медведев, звездочки. В Фейсбуке у нас
Зина Любинская пишет: «Очень спасибо за эту песню». Татьяна Шашкова: «Светлая память» пишет. Вот, друзья, вот такие у нас дела. Вот. Хочу вам еще раз спасибо за перепосты сказать. Очень многие делают перепосты нашего анонса. И мы очень благодарны за ваши анонсы. Это очень для нас важно, потому что расширяется наша аудитория. Наша избранная, я бы сказал, аудитория, очень тонкая аудитория. Ее не так-то просто выскрести по всему миру. Потому что ширпотреб, он же есть ширпотреб. А когда не ширпотреб, извините, это очень важно, понимаете? Очень важно понимать, что ты можешь говорить все, что ты вздумаешь, и не пристраиваться, не прилаживаться под среднеарифметическое. И те, кто тебя слышит, понимают именно, и с тобой как-то солидарны. Я хочу... А если и не солидарны, то пытаются понять, что ты хотел сказать. Да. Я хочу особое спасибо сказать вот тем, кто перепощивает нас. Это Андрей Ермолов, Инна Ильина, Светлана Васильева, Сергей Крымов, Виктор Медведев, Святислава Маклакова, Елена Зарубина, Андрей Гусь, Александр Лановой, Наталья Ивонина, Ян Звенецковский. Это в Одноклассниках даже нас перепощивают, да, уже у них тоже трансляции идут. Это Наталья Ивонина, Ян Звенецковский, Раиса Красницкая, Елена В., Сергей Черепанов. Все в Одноклассниках перепощивают. Татьяна Илюшникова, Игорь Фомин, Руслан Раисов тоже перепощивают. Ух ты, Русланчик, привет. Давненько Русланчик не объявлялся. Ну, вот интересно, он смотрит нас, Руслан? Да, Русланчик, смотришь? Напиши две строчки. Слушай, смотрит ты нас или нет. Вот. Марина Абрамовна пишет: «Светлая память Леве». Светлана Ефремова пишет: «Очень грустная и красивая песня. Спасибо». Андрей Дегтяренко присоединился, смотрит. Эдвард Щеголев смотрит. Эдик, привет. Это привет. Американцы наши. Валерий Фигловский смотрит. Привет, Валера. Зина Любинская говорит: «Берегите себя, спасибо». И вы тоже берегите себя. Что вы с нами, мы все в одной лодке сейчас. Да, у нас одна лодка под названием «Земля». Да. Нам надо ее беречь, потому что... Ну, может быть, мы продолжим выполнять заявочки, да? Сейчас так, тогда. Ага. Ну я маленькую ремарочку. Друзья, обязательно перепощивайте, не жалейте своих страничек, перепощивайте наши анонсы. И как только передача кончается, вот наша, просто удаляйте этот перепост, потому что он, чтобы он не засорял вашу страничку, не висел там без толку. И до следующего перепоста, то есть как бы, ну, повисел и все. То есть как бы мы за это вам будем благодарны, а просто чтобы там вечно висел этот перепост, не обязательно. Понимаете, даже не нужно. Лучше вешать следующий перепост. Ага. Валерий Фигловский пишет: «Миша, привет из Москвы». Мария Горбач объявилась, смотрит нас. Привет, Машенька. Машенька. Привет, Валера. Валера пишет: «Миша, привет всем». И привет, привет, я бы сказал. Михаил Цыханский: «Ну а как без меня?» пишет. Да нияк. Да нияк. Вот я хочу, да, там в Москву передать привет кому? Этой самой целой гвардии, господи. Сахаровскому центру. Да. Муза непокорная, фестиваль, который каждый в этом год я году встречал не в Москве, смог состояться, да, в Сахаровском центре. И в онлайн некоторые ребята выступают. Вот Михаил тоже спел песню онлайн. Да, ну не онлайн, а запись мы выложили. Да, выложили. И кто-то еще там онлайн. В общем, выступает. Москвичи, Саламат СБ, кроме Теда Стар. Это... Тут мы недавно... Да, на свече все поняли. Нет, вас, ну мы немножко вот ковырялись в карте, хотели выяснить. Один, ну, не очень грамотный чувак рассказывал, как он тут печенегов гонял. Вот, ну, один гопничек из Петербурга. Хвастался, что он там печенегов как-то разгонял. Мы посмотрели по карте, кто же гонял печенегов и кто такие печенеги эти. Вот оказалось, что печенеги, собственно говоря, печенеги это... и половцы, они в Крыму жили. В Крыму они жили. И их с ними воевал киевский князь, да, Ярослав Мудрый. Ярослав Мудрый их гонял, так что нечего врать тут, понимаете. Вот, про печенегов их прогнал. И да, киевляне прогоняли печенегов, а этот гопник из Петербурга к этому отношения никакого не имеет. Вот. Слава Богу, что мы его выгнали. Киев, привет! Да, киевляне, привет. Что-то киевляне помалкивают. Ну, слушай, у нас много тут киевлян. На самом деле и в Америке много, да, киевлян. И во многих других местах, и в Германии киевляне живут. Так что они везде киевляне. Значит, Киев наш. Так, давай следующую заявку, потому что мы еще разболтались, ага.
Так, хорошо. Я, значит, у нас что? Ты отмечаешь, про предателя Александра Лановой у нас. О, Лановой у нас в сети. Да. Лановой, да, у нас в сети. И Либертанга из «Одноклассников», девушка Наталья Шмойлова заказывала. «Звериное начало». Ой-ой-ой. Шумелка-мыш, Татьяна, у нас ждет Шумелка-мыш. Да, ждет Шумелка-мыш. Давай про предателей. Вот, что-то мне, кажется, сейчас по предателю. Я, правда, вот со шпаргалкой буду. Вот как раз у нас была речь про гопничка. Про гопничка. Вот про предателей, наверное, подойдет. Вот, да, я карту страничку потерял. Как же ты про предателей? А вот здесь можно? Нет, все нашел. Нашел. Предательские странички. Про предателей не хотят. Так. Сейчас. Алексей Марков пишет: лучший мультик сегодня — Валли. Да, мы тоже очень любим этот мультик. Да. Леша, да. Всем рекомендую. Это очень классный мультик. Очень смотрите, важный мультик. Валли. Замечательно. Посмотрите, дети показывайте. На самом деле, действительно, вот... Ну, он, наверное, имеет еще в виду то, что... Ну, там не только вот эта экологическая, да, составляющая. Но там еще интересно, что там все по домам сидели, никуда не ходили. Помнишь, у них такие тельца были, а блин, они такие стали. Ну, у них ножки там, ручки маленькие, да, были. Они, да. Он, наверное, это имеет в виду. Сейчас у нас тоже все по домам сидят в интернете. Ну, хороший мультик, очень смотрите. Очень хороший мультик, всем рекомендуем Вали. Да, посмотреть мультик. Рекомендуем, да. Чем пропагандой в тупую заниматься. Ой! Валерий Фивловский спрашивает: Миша, а кто ведет твой концерт? Я ее знаю. Это она. Тайный советник. Тайный советник, да. Это наше все. Это Елена Пинчук. Екатерина Савельева пишет: Миша, исполните заявку Марата, пожалуйста. Какую? Ну, наверное, ты не пришла, имеет в виду Екатерина. Марат. Уточните, пожалуйста. Марат просил, ты не пришла. Ага. По-моему. Светлана Васильевна, все богатство твое. Ну да, сейчас мы будем. Сейчас. Ну хорошо, давай сейчас попробую. Это заявка Александра Ланового. Да. Александра. Исполненная для Светланы Васильевой. Про предателей. Про предателей. Значит, написал. Два человека у нас заказали. Светлана Васильева и Александр Лановой. Написали песню. Я сразу не понял. Типа песня там «Я». «Я музей». «Я музей». Ну что ж я же за «Я музей». Песня «Я в музее». А песня, на самом деле, уже пишется, наверное, лет 10. И все время переделываю. Она называется «Песня про предателей». Вот, наконец я придумал и название, да, что «Песня про предателей». Все. Я пожил, я познал, я музей. Жизнь смешна, вспышки слева и справа. Все богатство мое из друзей, из народа сверхпрочного сплава. Если скалится время, если лупят враги без просвета, если кажется хуже нельзя, хуже нельзя, уверяю вас в этом. Не суди, говори, мудрота. И приемлю сей тезис как кредо. Тот, кто в силу привычки устал, тот, кто в силу усталости предал, тот, кто в силу привычки устал, но и в силу усталости предал. Сколько раз предавали Христа и собрата его Мухаммеда, и хотя целовались уста, Гитлер Сталина все-таки предал. Был товарищ, вернее, глиста, та-та-та-та, только звякнула где-то монета, сразу стало длиннее верста, та-та-та-та. Оглянулся, соратника нету. Он немного нарушил устав, он немного проспал до обеда, как проснулся, так сразу устал, но и в силу усталости предал, как проснулся, так сразу устал, но и в силу усталости предал.
предал. Иногда, ой, как жизнь непроста. Где предательство, там и победа. Перепишет историк Истам. Глядь в медалях, который всех предал. Без героев предателей нет, 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 нет. Вспоминаем Голгофу и Трою. Смотрим книгу, кино, интернет. Нет, 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 нет. Без предателей нет и героев. Жизнь щедра, как писатель-фантаст. Вдруг за осенью следует лето, и врагов ваших перепродаст тот, который сегодня вас предал. И врагов ваших перепродаст, передаст тот, который сегодня вас предал. Ночь прошла, и посуда пуста. А не слишком ли много кумалета? Посвятил я тому, кто устал. Все, друзья мои, хватит об этом. На вопрос, как звезду ты достал, улыбаемся вместо ответа. Отползай и ползи, Лен, до ста обывательским суетным бредом. Ухмыльнется зловеще мечта, повернется спиною победа тем, кто в силу привычки устал, тем, кто в силу усталости предал, тем, кто в силу привычки устал, ну и в силу усталости предал. Спасибо Александру Лановому. Да, за эту песню очень хорошая. Я ее тоже заказывала. А так бы черта с два бы ее вспомнил, да. Татьяна Глызина присоединилась к нам. Так, Валерий Фиглубский пишет: спасибо. Михаил Цыханский пишет: если знаешь. Шо? А папаша мой родной, киевлянин коренной, чуть от горя не сошел с ума. Ну, видно, какая-то песня. Я ее не знаю. Я ее не знаю. Я из киевских песен... Миша, он должен выучить, значит, на эту песню. С тобой спеть. Я к тебе не люблю такие выми. Я иногда исполняю, но это... Быть, может быть, мы какой-то вечер сделаем украинских песен. Можно. Слушай, нет, да. Надо будет при... Вот, она уже пришла. Вот к вам тут мяу пришел, да, передать, котик наш. Она заскучала, пришла к нам, да? Маргарита, да. Котейство. Вот. Маргарита, тебе тут передавали другие, да, киси приветики. Сергей Подосенов смотрит. Светлана Ефремова, сильная вещь. Спасибо, пишет. Это я читаю комментарии из Фейсбука. А ВКонтакте у нас тут Сергей Крымов присоединился к нам, классы прислал. Анечка Анюта пишет: Михаил, мы вас с мужем не сразу узнали. Вам очень идет новый имидж. Да? Да. Спасибо. Ну вот тут можно видеть. А, да, я вижу. Да, а Фейсбук вот это на мне. Ну, продолжим, наверное, выполнять заявки. Угу. Быть может, мы исполним цыганочку. У нас гусь-то прилетел. Гусь прилетел, котейка пришла. И он заказывал нам цыганочку. Или хотя сейчас что-нибудь повеселее, может, надо после предателей. А что, по предателю было весело, что? Да. А что про них добавить? Можно исполнить еще «Звериное начало». Галина Штокман у нас. И Ильина, да, тоже хотела «Звериное начало». Ну, давай попробуем. Начало. У нас есть варианты. Сейчас вариантов все ближе, меньше блик в финалу. Да. Цыганочка, шумел камыш, звериное начало, либертанга. Два звериное начало, потому что то, что была все-таки более-менее социальная. Да, вот считать. Я поэтому и говорю, что цыганочку мы, может, перенесем. А может, стихотворение прочесть пока что? А ну, может, ты не водички дашь? Да, да. Водички, мне водички, водички, водички. Вот стаканчик вам, пожалуйста. Самогон. Там водичка. Самогоночка. Будемо, хлопці. Хлопці, чули? Валерий Фигловский. Миша, хочу напомнить, сегодня ровно год, как мы на Ваганькова после Высоцкого к Талькову заходили. Ну да. И я все рассказывал. Да, было дело.
Да, но это, да, было как раз после «Музы непокорных». Михаил выступал в библиотеке «Братьев Гримм» в Москве, да? И перед выступлением зашли на Ваганькова, конечно, цветочки Высоцкому и Талькову. Если кого-то где-то нету, я не читал сегодня? Нет. Если кого-то где-то нету, то значит, кто-то где-то есть. Можно искать его по свету, а можно в тумбочку залезть. Мол, что поделаешь, так вышло. Есть высший суд и высший счет, и тихо думать, Хари Кришна, Аллах Акбар, или что еще. Но нет, кого-то где-то нету. Это не значит быть тому. Нужно крутить, вертеть планету, нужно нырнуть в ночную тьму, по тонкой, по волшебной нити, сквозь континенты, сквозь года. А нету нити, извините. По что он сдался вам тогда? Ах ты, любовь, самоубийца! Ах ты, жар, нужда и брыть! Чтобы разлюбить, нужно влюбиться, а чтобы влюбиться, разлюбить! Пускай распроданы билеты, роится очередь указ, дымятся нервно сигареты, а этот кто-то где-то в вас. Но коль кого-то нету снова, так может этот кто-то вы? Так вас найти проще простого. Смотрите в зеркало не вы. Летят года, в пролете лето. Сличайте профиль и анфас. Если кого-то у вас нету, то это явно вас у вас. Спасибо, хорошее стихотворение. Алексей Марков пишет «Дзынь». Дзынь. Дзынь. Елена Прудникова, добрый вечер. Александра Смирнова, а у меня Red Wine пишет. Шумный. Red Wine. А, ясно, и дело. Она накрутила педаль, теперь не Wine, понимаешь? Хоть Red, хоть Blue. Алексей Марков пишет, и у меня. А у нас нет. Они там сдзынькались с Александрой. Ну ладно. Мы тут самогончик. Вот. Ну, на Вайн вы нам можете присылать, да? Счет где-то там. Да, вы нам это. Да. Если вы хотите нам налить, присылайте в валюте на счет, да. Счет, кстати, кто хочет помочь нашему каналу, там в предыдущем посте все реквизиты есть. Можно денежкой помочь. А перепосты тоже считаются великой помощью. Да. Если нет денег, делайте перепосты. А можно и деньги, и перепосты. И будем счастливы все вместе. Наш канал держится. Итак, «Звери начала» по просьбе Галины Штокман и Инна Ильина, простила. Угу. Сложная песня. Вот, сколько ее не делаю, все время перепеделаю. Ба-ба-га. Вот женщина по городу прошла, и волосы поправила рукой, жестом опасно похожим на твой. Мое звериное начало мир поднимает по ночам и ловит запахи и звуки. Ловит здесь и ловит там. Оно будет, свинит и стонет. Оно беседует с луной. Оно ужасно не согласно, что ты не рядом, не со мной. Я объяснял, что ты плохая, что все закончилось уже, что я давно тебя не знаю, не желаю знать вообще. Мое звериное начало мне говорит, что это бред. Оно ужасно не согласно. Нет, не согласно, нет, нет, нет. Вот женщина по городу прошла, волосы поправила рукой, жестом опасно похожи на твой. Жестом опасно похожи на твой. Суета, суета, не да, не да. Не да, не да, не
чего-то и утрать. Решила, что бы то ни стало, не вспоминать, не вспоминать. Но это лето, эти травы, все эти листья, снег и лед, мое звериное начало. Ассоциации найдет. Ассоциируется Невский, Арбат, Крестовский и Большой, и стук колес, и блеск витрины в кафе, где было хорошо. И эта музыка, и песня, и барабанщик, и басист, и даже строчка на бумаге, и даже белый чистый лист. Вот женщина по городу прошла и волосы поправила рукой. Опасно похожи на твой. Жестом опасно похожи на твой. Суета, суета. Не та, 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 не та. Мое скрипное начало, его водкой не зальешь, и не заколешь, не закуришь, не задушишь, не убьешь. Так наркоманы ищут дозу, так ждет растение дождя. Мое звериное начало упорно требует тебя. Мое звериное начало мир поднимает по ночам и ловит запахи и звуки, зовет к неведомым лучам. Оно гудит, звенит и стонет, оно беседует с луной. Оно ужасно не согласно, что ты не рядом, не со мной. Вот женщина по городу прошла и волосы поправила рукой. Жестом опасно похоже на твой. Благодарим. Спасибо, друзья. За такое прекрасное это исполнение. Исполнение полетело. Иван Чехлаевский у нас появился. Аплодисменты. Привет, Иван. Привет твоему семейству. Виктор Медведев спрашивает: Миша, а после первой не закусываешь? Я могу для близира хоть чем-нибудь закусить. Да. Нет, после первой не закусываю. Игорь Скалий присоединился. Марат Каримов: хочу в лес на лампушку. Да, ну пока виртуальная лампушка, честно говоря. Марат, пока мы делаем лампушку онлайн. И если все состоится... Призываю всех друзей, знакомых, кто авторы, пусть участвуют. Если все состоится нормально, то у нас будет вопрос, то, что лампушка может еще состояться не только онлайн, но и вживую. Я думаю, что это может быть в районе хутора Ёлки. Это в Карелии. Давай не будем загадывать такие вещи. Почему не будем загадывать? Потому что на самом деле, я думаю, что кое-что нам обещают там. Какие-то нищеки, расположения, кормежку и так далее, лауреатов нашего фестиваля. Вот. Так все, будем загадывать. Будем загадывать. Вот. А вот пока в Фейсбуке онлайн. Сергей Гаврилов пишет: Миша, здравствуй. Надеюсь, в Терсколе, несмотря ни на что, встретимся и еще споем про Эльбрус. Если есть возможность, то спой, как в прошлом году на вершине. Сейчас на вершину влезть или как? Сергей, у нас есть кусок вершины. Мы на нее Мишу посадим, и может он споет эту песню. Да, у меня с собой кусок Эльбруса есть. То есть, когда да. Я же, как это, у меня была целая акция. Влез, спел, взял кусок Эльбруса. Вот буквально и слез. Да, и скатился. Вот мне хорошо. Хорошо, Шашкова мне предупредила, что там народ может спускаться и на мешках. То есть, когда вниз уже там немножко идет, подтаивает, где-то с 4000, даже раньше, где-то 4400, вот, даже с 5000 можно уже ехать на мешках. То есть ты садишься на мешок, находишь колею. Вот, конечно, штаны мокрые, все такое прочее, но это не имеет значения. Гитара так вот сбоку болтается, и ты летишь мимо народа вниз на мешках. Это незабываемое ощущение. Подъемы незабываемое ощущение, но и спуск с Эльбруса тоже, когда... Это здорово. Так. Иван Чехлаевский пишет: я с самого начала здесь, всем привет. Просто руки заняты были ребенком, не мог написать. Папаша, да. Вот, да. Теперь ты будешь знать, что это такое. Спасибо нам. Она все смотрела, слушала. Готовьте нам артиста, да. Да. Хорошо. Ну, предлагаю спеть цыганочку, может. Давай.
для гуся перелетного. Андрей. Андрей, гусь, смотришь, готов воспринимать? Встану! С позаранночку. Гляну за зеркалье. Время петь цыганочку, раз уж не призвали. Почему же все не так? Все не так, как надо. Кто нам друг и кто нам враг? Разберем мы, ребята, та-та-та-та-та. Эх, раз, да еще раз. Все описано до нас. Я не первый начинаю с этих самых горьких фраз. Да эх, раз, да еще раз. Все описано до нас. И обкакана, кстати, тоже. Ни одна погибла рать, спела, откричала. Раз, два, три, четыре, пять. Начинай сначала. Русь родит сорвеньем, хоть сажай в кутузку. Дурака и гения, и подлецаночь в нагрузку. Эх, раз, да еще раз. Снова вылез вас из нас. То ли опричник, то ли начальник, всем продаст и передаст. Эх, раз, да еще раз. Всех продаст и передаст. Сколь дракона ты не бей, хоть себе, хоть сбоку, а он живого хат живей. И опять морока. И работа тут не в честь, что ты. Легче отобрать и кальвереза в поле есть. Надо же. Да ломать ти-ти-ти-ти-ти-ти. Эх, хресть, да еще хресть. Покуражиться во всласть надо будет. Похмелиться мы найдем, чего украсть. Да эх, хресть, да еще хресть. Покуражиться во всласть. Не, китайцам никогда, что ты. Ой, не взять Россию, как заявятся сюда, сразу обрусею. Разленятся, станут красть, выстроят остроги, а еще, чтоб в масть попасть, разобьют дороги. Эх, хрясть, да еще хрясть. Нет тепла и свет погас. Почему в стране разруха? Ведь у нас и нефть, и газ. Эх, раз, да еще раз. Знать у власти молодец. Нет тепла и свет погас. В церкви свет, там свет и лик. Воры с палачами, шобла в камеры глядит, но стоя со свечами, им Высоцкий и Шевчук. Вроде анекдота, чё поешь? Да нет, кричу! Ну покричи, чего там? Эх, раз, да еще раз. Поп на мерсе всех потряс, то хвосты, а то копыта вырезают из-под ряс. Эх, раз, да и
всем прям потряс. Да еще раз вылезают из потряс. То ли проклята страна за незнание знаний, или для опытов она, ну, в сфере мирозданий. Эй, Семёныч, дай нам знак, в чем открой засада. Ну, что мы делаем? Не так. Что? Не так, как надо. Андрей Гусь, смотрю, спасибо, и даже слушаю. Ольга Заславская присоединилась, смотрит. Привет. Елена Прудникова пишет, сейчас тоже виски себе налью. Наливайте, друзья. Вот. Валерий Фигловский пишет, 1 октября ждем на Музу Непокоренных. Собираемся. Пишем песни. Вот. Сергей Пинчук пишем присоединился, стихи. Смотрит. Привет, Сережа. Напиши, как там видно, слышно. У нас комментарии почему-то не идут в трансляцию с Фейсбука, поэтому я читаю их с телефона. А я трансляцию... Вот, контакт. Контакт я и так вижу, да. Вот. Последний браво Ильина. Лариса Павлова. Да. Лариса Павлова, хлопки, да. Спасибо. Елена Прудникова, спасибо вам, Мишенька пишет. Спасибо. Спасибо за спасибо. Вот. Так что времени у нас уже, мы уже полтора часа, больше, чем полтора часа уже прошло. Угу. Ну, поэтому я предлагаю, что у нас? Ну. Слушай, какая-то девушка либертанга просила. Либертанга из одноклассников. Наталья Шмойлова просила Волкова. А мы не можем. Мы не можем посмотреть, поэтому. Ну давай сделаем, что. Раз вот я думаю, что она смотрит, раз она просила. Да. А если и ну, почему только для нее? Для всех. Да, либертанга мне тоже очень нравится. Давай все-таки. Но я, наверное, от своей заявки на сегодня откажусь. От кого? Потому что у нас про пальцу? Много очень. Да? Ну ладно. Мы на следующий раз ее перейдем. Да, можно и везде. Либертанга, давай. Некоторые только сейчас подсоединили, звучит. Песня «Либертанга» звучит по заявке Натальи Шмойловой, Волковой, которая из в одноклассниках. В одноклассниках. Я понял, это ты.
краешке зимы. И вовсе не взаймы. Все, все, все взгляды и объятия. Все, все, все искры и дымы. Ты в блеске ноготы. Ты совсем без суеты. Ты божественный просто. Свистец. Классный свистец. Алексей Марков пишет. Лена назвала Коваленкова. Спасибо, Лена. Будем знать, как эта профессия Михаил называется. Михаил не только певец и на гитаре игрец, еще и классный свистец. Да. Так, спасибо. Я просто уехала, хотела прочитать. Комментарии, потому что быстро уходят. Дай мне самогоночки пока. Там. Так, пожалуйста. Ага. Закусочку надо? Нет. Пусть старый тоже закусывает. Ваше здоровье, друзья. Лариса Павлова пишет: Мишенька, подняли настроение. Лена Коваленкова, привет Питеру из Германии. Наталья Ивонина, аплодисменты. Обожаю эту песню, пишет. Игорь Конюк, классы прислал. Дякую. Екатерина Савельева, классы. Иван Чехлоевский, класс, пишет. Семен Богуславский, привет, Миша, здоровья тебе и всех благ. Слушаю и восхищаюсь. Спасибо, спасибо за солидарность. Николай Амелешкин пишет: всем доброго здоровья. Так, Лену Коваленкову мы прочитали про свистец. Марат Каримов пишет: Миша и Елена, большое вам спасибо. Игорь Конек поделился трансляцией нашей. Да, вот. Он молодец был. А в Фейсбуке у нас там происходит, Алексей Марков пишет: Сунгоркин назвал Навального врагом Рейха. Кого? Рейха? Рейха. Проговорился Сунгоркин. Ну что, неплохо. Слава Егоров пишет: отличный концерт. Сергей Пинчук пишет: привет из Мариуполя, в Фейсбуке трансляция окей. Отлично. Валерий Фигловский пишет: простите, а Сунгоркин это кто? Алексей Марков, главный редактор «Комсомольской правды» Сунгоркин. Алексей Марков, спасибо, пишет. Вот. Какая у нас замечательная программа. Инна Елена волшебно пишет. Когда люди между собой еще общаются. Вот. Да, но вот только мы, я, может друг быть, друга. Налажу тут, чтобы еще и Фейсбук. Вот у нас было так хорошо в чатике, и контакты, Фейсбук. Вот этот чатик, он как бы объединял людей.
из разных социальных слоев общества сетей. А сегодня вот он что-то у нас сегодня, в ВКонтакте, да, мне приходится читать. Эти сети Лена объединяет вживую. Вот. Да, я попробую еще поколдовать на следующий раз, чтобы все восстановилось хорошо. Ну правда ведь удобно чатик. Напишите, нравится вам такой чатик или нет. Вот, а мы пока. И поскольку у нас идет общение, да, между друг информируйте друг друга, я хочу таки сказать, все-таки всегда приближается эта дата подписания, ну, 75-летия подписания договора о капитуляции между Москвой и Берлином, да? Вот. То хотелось бы, чтобы все-таки мы чего-то узнали об этой войне. Пока мы ничего, честно говоря, не знаем. Потому что архивы у нас закрыты, что было непонятно, и только-только вот начинает проклевываться, ну и что с ней делать? Ну она ко мне на коленке, у меня тут телефон. Только-только начинает проклевываться какая-то информация, и я очень всем рекомендую настоятельно, легко и просто ознакомиться с двумя произведениями. Запишите себе там где-нибудь на салфетке, вот. А может Лена продублирует, или продублируете кто-нибудь. Виктор Астафьев. Убитый, проклятый. Это очень. Проклятый и убитый. Ну хорошо, проклятый и убитый. Виктор Астафьев. Вот. Это очень хорошее произведение, которое, ну, честно говоря, вот начинается вообще, то есть как будто ты в армию пришел, и то же самое. Через. Когда я служил в армии, было то же самое, что вот там он описывает у новобранцев, которые пришли на войну. Ну, неважно. Почитайте. И еще обязательно посмотрите. Я рекомендую настоятельно Николая Николаевича Никулина. Это артиллерист, который пришел на войну из Петербурга, из блокадного Петербурга, и прошел ее через все. Имел 4 ранения. Это не тот, который, да, понимаете, прошел всю войну ни одного ранения. Это, как правило, вот эти НКВДшники поганые, вот, которые стреляли в наших же. А вот тот, кто действительно воевал, и тот, кто действительно прошел, и 4 ранения, это серьезно. И вот он потом всю жизнь работал в Эрмитаже. И написал такое простое произведение с таким простым названием. «Воспоминания о войне». Вот эти воспоминания о войне из первых рук, это очень важно знать. Вот эти все погремушки, которые пытаются из наших дедов сделать. У меня 2 деда погибли на войне. Дедушка... папа моей мамы, вот, и брат моей бабушки. Его, вот одного звали Моисей, другого Вадим. Они ушли и очень быстро пришли на них похоронки, попавшие без вести. Че? Николай Никулин. Я написала ВКонтакте, в Фейсбуке, ага. И оно появилось тут, смотри, ВКонтакте. Классно. Ну, непонятно. Ну, что а это. Эти не появились. Ну, короче, Виктор, да. Виктор Астафьев, проклятый, убитый. Вот Леночка продублировала. И Николай Никулин, воспоминания о войне. Ознакомьтесь. Если у вас нет времени на знакомство с ними почитать, найдите аудиофайлы. Они ВКонтакте точно есть. Да, можно аудио послушать. Да. Нам очень важно знать. И еще я встретил в горах. Это деревня горы такая. В деревне горы. Я встретил бабушку, которой было 5 лет, когда началась война. И вот, Галина Степановна Нарышкина. Нарышкина. Я сделал, мы взяли у нее интервью и сделали 10 серий рассказов о том, как было. Нам очень важно, я думаю, знать все-таки не пропаганду, а какую-то правду из первых рук. Вот эта правда из первых рук у меня на страничке висит. Смотрите, пожалуйста. Это небольшие серии, там по 5 минут, чтобы не уставать. Да. Но тем не менее, каждый день по серии выкладываем. Как пришли немцы, как их бомбили. Их деревню, кто и что и откуда, как она попала под обстрел, вот, как наших же бомбили. В общем, это все очень важно. Вот, давайте продолжим нашу передачу, или будем потихонечку. Мы не выполнили чего? Шумел камыш не сделали. Да, у нас еще шумел камыш для Татьяны Шашковой песня. И Либертанго мы спели. Ну, в принципе, можно на этом. Если мой заказ не выполнять. Нет, ну хорошо, давай выполним. А сколько времени мои соседи не... Нет, еще нормально. 22:49. Давайте мы исполним... никто не против, если мы исполним, прежде чем исполнить заказ Елены Пинчук. Вот.
То есть прежде чем исполнить финальный трек, а это у нас был финальный трек «Шумел камыш». Вот, да, Танечка, мы «Шумел камыш» на финал оставляем, на финал как оставляем. Конфетку. Да. Значит, Маха хотел бы что-нибудь веселое, да, или нет? Типа, ты не пришла. Вместо «не пришла» будет «Шумел камыш». Хорошо? Это хотел Марат Каримов. А, Марат. А Маху я что-то не вижу, кстати. Махамбет, ты на месте или нет? Хорошо. Не видно тебя. Ну, Марат разберется с ним. Хорошо. Итак, то, что я очень редко исполняю, а тут вдруг... Очень хитрая поэзия в этом произведении. Ночь, и пыль, и нет пыльцы. Ах, какие подлецы! Вот и ты, страна оленья, там только лень, и ты, и кот, и ленья. Ни покаяния, ни поколения, и ни цветов тебе. Снова шар пошел на круг. По реке плывет утюг. Чту твои грехотворения, эти наречия, местоимения. Нет, не в обмане, считай в обмене. И надевания, и пельмения. Когда-то я знаком с этим вашим физруком. Это дверь и это скважина, на все положено и все налажено. Он за косой косил из класса нашего, я на руках носил. Он гад до нашего. Взят, достиг чего не мог. Улетел, уплыл, убег. Вот и ты, пара ржавения, бронё рванье твое, порывы рвения. Ты в поле ржи, не ржи, кажи умения. Выходим пятые, мои смирения. Не стесняйся, не ржи. Ну-кась, ну-кась, покажи. Ах, верши, вершины белые. Пошел на студию и запись делая. Подумал, лучше бы сидел без дела я. Ну вот куда теперь, ну запись делаю я. Не догонят, не убьют. Эмиграция приют. И успех, страна успения. Лечи страдания, лечи ранения. Тут плеск костра, плеск ручья. И песен пения, как ловкий пения. Гитара, пень и я. Благодарю вас, Михаил. Это была моя заявка. Да, это была заявка от Лены Пичук. И мы заканчиваем веселой песней. Стас Шевцов смотрит. Валерий Фигловский пишет. Миша, спасибо большое за живой концерт. Вот как можно почти за 650 километров быть в онлайне и еще на твоем сольнике. Да. Спасибо за перепост. Он же перепостил, да, наш? Валерий Фигловский? Да, может быть, перепостил. Вот. Я уже не помню. Ну, думаю, что да. Да. Алекс Лисовский смотрит нас, Германия. Вконтакте тут Лена Коваленкова пишет в этих книгах «Горькая правда». Андрей Ушаков, ах, ты ж чуть не опоздал. Миша, привет. Привет. Песен еще не слышал, но мне уже нравится. Наталья Тихонова, класс, пишет. Виктор Медведев, класс, Елена Коваленкова, класс, Марат Каримов, аплодисменты, Марат. Хорошо, хорошая песня была. Хорошая, да? Ну и теперь, я думаю, мы закончим уже песней, которую заказала у нас Танечка Шишкова. Да. Она долго ждала весь концерт.
Ну мы зато... Любительница вершин и камышей. Да. Хорошо. Алекс Лисовский пишет, все отлично, а вот песня впервые слышу. Не может быть, думал, что всю вашу... Думал, что всю вашу аудиографию знаю, право. А какую песню? Ну вот, наверное, «Пятое измерение». Ну, на самом деле, это вот... Алекс спрашивает, Леночка, это была твоя заявка, как называется песня? «Пятое измерение» называется, Алекс, так и называется. Песня «Пятое измерение». И самое любопытное, частично автобиографично это все. А с другой стороны, сначала написал, а потом сбылось кое-что. Вот так получилось с этой песней. И вообще, как бы, я же тоже потихоньку расту и возвращаюсь к старой песне. Да, мне не нравятся рифмы, иногда мне не нравятся размеры. Вот, скажем, «Звенья начала» поправляю, думаю, елки-палки, как я мог такое написать? То там не хватает слога, там не хватает ударения и так далее. Вот. А вот с этой «Пятой измерения» так, начинается такой пилотаж «Вам не горюй», за который как бы не стыдно, типа как думаешь, стучишься кулаком в грудь, да, я поэт, в конце концов. Вот. Ну, ладно, я себя похвалил, а сейчас «Шумел камыш» посвящается всем влюбленным. От счастья хочется кричать, очнувшись в чаще иван-чая, и раскаленная печать, ежесекундный мир венчая, нашла бесстыжая и нас на полотне кинокартины. Только сейчас для нас сеанс, и мы одни, и мы едины. Шумел камыш, деревья гнулись, а ночка темная была. Одна возлюбленная пара всю ночь гуляла до утра. А поутру они проснулись, кругом помятая трава. Но ни одна трава была помята девичья душа. Но ни одна трава была помята. Была помята эта самая девичья. Дяденька тетеньку спровадил и напоследок говорит: а если тебе это дело понравилось, то приходи сюда еще. А если тебе это дело понравилось, то приходи сюда еще. Конечно же вернулась туда, где мятая трава. А дяденьки и свет простыл уже. Такая вот печальная судьба. А дяденьки и свет уже простыл уже. Такая вот печальная судьба. Зачем я спел такую песню, зачем напутал все слова? А просто мне так захотелось, чтоб передать тебе привет. А просто мне так захотелось, кругом помятая трава. Захотелось, чтоб передать тебе привет.
концерте по заявкам. Спасибо, друзья, спасибо за то, что вы были с нами эти полтора с лишним часа. Спасибо за то, что вы постили наши анонсы. Два часа. За то, что постили анонсы, за то, что создавали настроение, за то, что вспомнили те песни, которые к чертовой матери ждала. Карина Старостина тут присоединилась уже в конце. Ну, можете посмотреть. Карине, посмотришь в записи. Карине, да, в записи мы выложим. Мы очень рады тебя видеть. Да. Мы очень тебе благодарны за то, что ты делаешь друзьями Карине. Для тех, кто не знает, Карине Старостина, можно сказать, это староста той команды, которая дежурит на Немцовом мосту до сих пор. И память и этот мемориал, вот, собственно, они охраняют. Благодаря им он, да, хранится. Есть гады всякие, там летят куда-то там, типа, мимо на вертолете, специально спустится скотина, покрутится и разворотит, значит, тем самым ветром мемориал. Есть такие, ну, а сделать ничего не могут. Мемориал-то существует, понимаете, существует. И мемориал человека, который мог быть, да, президентом, в общем-то, Российской Федерации. Красивый мужчина. Почти ровесник. Представительный, да. Умный. Ученый. Не уродец, не гопник. Понимаете? Алекс Лисовский пишет «Браво». Алексей Марков «Соловей-разбойник» пишет. Не без того. Татьяна Шашкова пишет «Самое большое в мире спасибо». Хорошо. В следующий раз спою песню еще громче. Алексей Марков пишет «Не забудьте ссылку для доната». Алексей, у нас в предыдущем посте... Там написаны как раз все реквизиты, куда мы продублируем. Мы всегда дублируем, но на всякий случай я просто говорю, да, что в предыдущем вот всегда есть. Самогон за что-то покупать-то. Конечно. И вот, и всякие детали. После того, как закончим эфир, я прямо в этот пост впишу. Тут я побегу за самогоном. Да, хорошо. Если очень нам пришлете. Хвостунов Игорь смотрит только за Славской. Спасибо, да, всем, кто прислал. До встречи, пишет Валерий Фигловский, Михаил Новицкий. Он перепостил. Угу. Да, молодец, Валерий. Александра Лановой, Светлана Ефремова, спасибо за великолепный концерт. Карина Старостина, спасибо. Михаил и Елена, Слава Егоров, до встречи 10 мая, пишет. Правильно, Слава. Надо напомнить с тем, что 10 мая у нас следующий по счету 6-й? Возможно. 6-й будет концерт по заявкам. И песни у нас практически не повторяются. Это у нас песня прямо Щупомо, неиссякаемый, да, фонтан. Да. Пишите обязательно свои заявки, что вы хотите услышать. Мы их будем очень стараться исполнять. Так, и ВКонтакте у нас тут тоже классы. Спасибо огромное, Лена Коваленкова, Николай Мелешкин, спасибо. Андрей Ушаков, спасибо, Михаил. Наталья Ивонина, Лена, Миша, с вами было здорово, спасибо. Лена Коваленкова, Леночка, это вам цветочки мне прислала. Спасибо, Лена, взаимно. Ну, заканчиваем тогда наш эфир, друзья. Очень, друзья, хочется сказать вам напоследок следующее, что, пожалуйста, несмотря на то, что мы рады, чтобы мы, конечно, украсили вашу изоляцию, да, чтобы мы были вместе, дорожите каждой минутой. Дорожите каждой минутой, даже здесь, в этой самой изоляции, есть время подумать, есть время что-то сделать, написать, нарисовать, прочитать, пообщаться, вспомнить о друзьях, отсортировать. Подумать о своей жизни, выбросить ненужное, доделать нужные вещи. И, пожалуйста, очень прошу всех обратить внимание на экологию. Кто о чем, а я об экологии, друзья. Потому что мы сейчас уже живем в долг у будущего. И если мы хотим чего-то оставить нашим детям, нашим внукам, если мы хотим вообще, чтобы они существовали, чтобы человечество существовало, мы должны немножко умерить свои аппетиты. Сейчас скажу просто. Если можете чего-то лишнего не купить, не покупайте. Если можете не попользоваться лишний раз одноразовой вещью, не берите ее. Я вот в магазине
не берут целлофановые пакеты. Ну, вот. Иногда, конечно, приходится, но стараюсь не брать. И вообще, помогайте всем зеленым, зеленоватым, позеленевшим. Неважно, понимаете вы это, что они там городят, не понимаете, надо им помогать, потому что мы очень плохо вписываемся. Плохо вписываемся и живем действительно. Давайте подумаем о детях своих, хорошо? Все, крепко вас обнимаю. Следующий эфир у нас 10 числа. 10 мая. 10 пока мая. Всем, до новых встреч. В это же время. Вот. 21. И не теряйте время, записывайте эти самые ролики свои, присылайте к нам на фестиваль «Лампушка 2020». Да, участвуйте, авторы слов или музыки, если участвуете в фестивале. Мы вас ждем, мы вас все очень правила. Любим. Мы вами очень-очень дорожим. Потому что, ну что поделаешь, вот такая у нас страна на планете Земля. Вот такая. Наша маленькая страна. Большая. Но избранных. Скажем, там у нее нет границ. Да, нет границ. Виртуальная страна. Пока.